is just, oh my god. Ну, конечно, удивительно, как эта чайка может проглотить добычу почти в половину своего размера. That was fucking, what the... Крысы – одна из наиболее частых для чаек добыч. Места их наиболее вероятных встреч – населенные пункты недалеко от большой воды. Если крыса достаточно велика, чтобы проглотить ее сразу целиком, то чайка швыряет и бьет ее о землю, чтобы раздробить кости, а потом глотает. Хорошего аппетита! А вот декорация из улицы, заставленной машинами, словно создана для такого чайчного спектакля. Рататуйла? What is going on? Wait, what's going on? Крыса совсем не влезает в птичью глотку. Что делать? О, совсем даже влезла. Опять добыча великовата, но надо стараться. Все, что остается непереваренным от съеденной добычи, чайка отрыгивает из своего желудка, тем самым избавляясь от остатка.